В общем, всем привет. Не могу я дожить до Пасхи без кулича, ну вот честно. Но никак не могу. Хочу кулич. Он у меня вот такой красивый. Тут буковка. Христос воскрес. Очень хочу его скушать вместе с вами. Вот взял, значит, кулич у меня вот такой. Он большой, тут 800 грамм. Такая, знаете, буханка хлеба. Я с детства обожаю куличи. Я всегда жду, когда начнется Пасха. Прям вообще водички налил. Что-то чай не хочу, уже завтракал. Купил вот такой вот еще Пасха. Творожная масса с изюмом, короче. Так, давайте подвину немножко его. Вот. Чтобы меня видно было и кулич. Открываю Пасху. Пошел сейчас в магазин, блин. Захожу, беру две... Вот эти вот пасхи, творожной массы, так сказать. И что вы думаете? Деньги не взял, стою на кассе, деньги не взял. Каким ножом резать? Давайте большим. Мне так жалко его резать, тут такие эти. Ну, он красивый, он, короче, 300 рублей стоил. Покупали здесь в Кашире хлеб. Это вот именно кулич. Не кекс, а кулич. Ну, как вы многие уже поняли, сами мы ничего дома, видимо, готовить кулич не будем. Короче, я его как торт разрезаю. Боги мои. Вообще все, что связано с кексами, со всеми вот этими причиндалами, я обожаю. Надо ложку взять. Взял ложку. Просто смотрите. С чайком бы, да? Горяченьким, сладеньким. Шоколадка хрустит. Массу творожную буду сейчас есть. Не могу я дождаться завтрашнего дня. Называйте как хотите меня. Хотите богохульником. Я пост не соблюдаю. Поэтому есть куличи. Обычно я всегда начинаю. Ну, вот как они появляются в магазинах, так и начинаю. А появляются они, наверное, за месяц где-то, да? В конце марта уже куличи в магазине. Вкусный. Я, кстати, в Турции, когда был, даже в Мигросе продается творог. Развесной. Там вот, где мясо, в таких вот отделениях, где развесной сыр. Этот кулич мама привезла. Ну, точнее, она его здесь купила. Два кулича у нас. Один вот такой, огромный. А второй какой-то с цукатами она взяла.
моя фирменная кружка. Русские не сдаются. Чем отличается Пасха, вот эта вот творожная масса, от обычной творожной массы с изюмом? Кто знает, расскажите мне. В детстве с бабушкой каждый год мы ходили в эти, в церковь. Да. Освещали яйца и так далее. И я никогда не дожидался. Всегда хотел раньше начать. Потому что, ну как можно не любить кулич? А вот Женька Кум, кстати, не любит у меня куличи. Он булки может есть. Кулич нет. По сути, это такая же булка, да? Булка, кекс. Вот это вот офигенно, мне хоть понравился. Разрежем еще. Весь шоколад попадал. Кума Светка, которая, она пекла в этом году тоже сама. В Инстаграме мне увидел. Много куличей, маленькие, большие, с помадкой наверху тоже. Еще я не понимаю, зачем на Пасху яйца красить. Видимо, я в Пасхе вообще ничего не понимаю. Почему яйца? Почему творог? Почему кулич? Ну, кулич, ладно, это еще хлеб. Еще когорчик, да? Это я могу понять. Вот сейчас всю неделю, пока что они будут продаваться, очень много изюма. Он такой не сухой, он такой пропитанный. Я имею в виду изюм, ну, замоченный. Это наша Каширы хлеб выпускает из соседнего города. Ну, у нас есть в Озерах палатка их. У меня там работает дальняя родственница. Вот. Ну и мамка ходила, она сказала, очень вкусная. Моей матери, только скажи, что это вкусно. Мама собралась ехать на кладбище. Сейчас поедет, сказала, со своим помощником.
Мне кажется, я в детстве всегда мечтал, как стану взрослым, обожрусь куличами. Мне почему-то всегда не хватало куличей. Мы, конечно же, катали яйца. Я помню, здесь во дворе все вышли катать яйца, ну, в очередную Пасху. Вот, и один из друзей, Кирилл, он помладше был нас с братом, вот он вынес гусиные яйца, они вот такие вот, ну, огромные, кто видел гусин. Основная задача, это же закатить яйца, ну, и разбить чужие, да? И забрать в этой лунке монетки. Естественно, он... Мы, конечно, могли ему сказать, мы не будем с тобой играть, так нечестно, у тебя большие яйца, да? Ой. Вот. Но мы с ним играли. Он, короче, собрал все бабки наши. Вот, разбил все наши яйца своим вот этим вот здоровым. В общем, вообще... Давайте еще вот тут кусочки отрежу. Короче, так полки кулича сожру один, да? Ну, а почему бы и нет, да? Творожные маски еще. Я уже рассказывал в одном из видео, как мы с Кумой на Пасху решили худеть со Светкой и побежали с ней в лес. Побежали, типа, худеем. Все измучены, прибегаем обратно. Я говорю, Свет, пойдем пожрем, а? И вот мы сожрали, ну, короче, начали жрать. Все, диета закончилась в тот же день, когда я началась. С чем завтра я буду вам проводить мукбанг, я не знаю. Так как Пасха у меня началась раньше, чем у всех, видимо. Ни разу, кстати, пост не соблюдал. Диета была... Поста не было. Почему куличи не продают круглый год? Я бы был не против. Неужели это так сложно делать? Не, есть какие-нибудь кексики, похожие на куличи. А вот именно прям бум куличей наступает. Многие любят кулич от Палыча. Я его тоже пробовал. Неплохой, но не за 700 рублей. Совсем. Может быть, да, в производстве там это все дорого, но за 700-800 рублей я могу весь дом накормить куличами, сам испечь. Ну, плюс-минус, да. Когда у вас начинается Пасха, расскажите мне. Немножко. Сдёрну, она прям так мешает здесь. Вот эта вот штучка. Она так и бросится мне в рот. Кто тоже ел со мной кулич? Всем приятного аппетита. Довольный, нажрался. Накушался и так далее.
Сейчас мамка поедет на кладбище убираться. И она отрежет, сказала, с собой немножко туда, чтобы положить там бабушки, дедушки. Вот. А я хотел еще оградки покрасить, но я поеду уже на туда, Красную Горку. Думаю, я никуда еще не улепечу через неделю. И я приготовлю. Телефон звонит какой-то там. Маман не может поднять, видимо. А, она белье вешает. Вкусно. Все. Всем спасибо. Кто любит куличи и пасху так же, как я, и хочет, чтобы куличи круглогодично продавались в магазинах, а не только один месяц в году, ставьте лайк. Всем спасибо, всем пока.